8 yaşı Kamile enelerinden ayırmalı bularak enisinin oğru ikenin bilem. Şuna kure resim yasağında da albümga çürgen har sureti bilen enisine yerdem edirge tırışam. Elfiyat Tehaudzinova buş vaqtının har minutun kızı Kamile ulara Timirlan ham Orslanga bağışlayım. Года 3-4 назад у меня начались головные боли. Вот, после рождения моего второго ребенка. Но боли в основном я на них как-то не обращала внимания. Они были в основном после обеда, после работы, уставшие. И, ну, я думала, что это с этим связано. Да. Вот. А когда родился у меня уже третий ребенок, Арслан, у меня начались постоянные головные боли. Они были и утром, и в обед, и вечером. Вроде человек дома отдыхает, а головные боли беспокоят. Быйыл Әлфиянның халі тоғын да орая. Баш ауыртуына юқысызлы хам баш әйләні қушылам. Ауыртуға түзе олмағаш, ул табипларға мұрежағат етем. Баш мейінде зур шыш. Бұ диагноз турында ешіту, оның үшін ояз күнде ешін сұққандай була. Неделю где-то я в себе это держала, потом все-таки решилась сказать мужу. Он у меня в командировках. Он на следующий день прилетел домой. Этого, говорит, не может быть. Тоже был очень шокирован. Мы с ним еще после этого не говорили, наверное, еще неделю где-то. Никому не говорили. Мы сели просто в машину и поехали в Челны, поехали в Казань. Мы спали по 3 часа практически в день, пока ездили. Потом приехали с Казани, тут же сели, поехали в Москву. Мы с ним 10 дней колесили. Ауру хақында туғанларға әйту Әлфия Тахаудинова үшін ем қатлаулысы бола. Бары түрлігі өмет барлыққа келешкіне олаларға ердем сұрап мұрежағат етем. Первоначальное впечатление было того, что этого не может быть. Во-первых, ну, молодая, мама 3 детей, детки у нас еще совсем маленькие. Поэтому, ну, неверие вдруг. Вот, ну, я даже это объяснить, наверное, не смогу, потому что все-таки для нас это был не просто шок, но сначала я просто, честно сказать, не поверила. Россияда Әлфия Тахаудинованы дәуларға алынмайлар. Табиблар ортық қотлаулы операция оңышсыз тәмамланыр деп қорқам. Шынки шыш йоқар тересіне бек яқын орнашқан. Германия табиблары исә еш анаға үміт берген. Ахен шахарындағы университет клиниксында оны түрілту үшін барлық жиһазларда бар. Ләкин операция үшін зур сумыда оқша керек. Они уже конкретно составили план лечения моего, передали их в управление университетской клиники, был пересчет уже по моей вот ситуации, и пришел счет на 29 500 евро. Большую часть нам помогли собрать родственники, очень много помощи оказывают просто люди городские, соседи с дома, приходят домой, много знакомых перечисляют. Ну, помощь, конечно, я не ожидала, что так будет. 20 августка қадар Тахаудиновлар ғайласы 600 мыңнан артық сум ақшаны жиеп бітіріге тиеш. Тек мұнды зор сумманы олар өзлерігіне көтерір халда түгір. Әлфия Тахаудинова қолық ердемін өмітленем. Оның тезірек бош ауыртуларынан құтыласы ғайласы яныда қар күнінің емін тұйып яшесі келі.